30 лет назад вышла первая часть игры Mortal Kombat, ставшая настоящим хитом. Поэтому неудивительно, что за это время вышло немало игровых продолжений, фильмов, мультфильмов, комиксов и даже кэпсов. Но сегодня мне хотелось бы рассказать о том, какие актрисы примеряли на себе роль Сони Блейд в фильмах и играх. Mortal Kombat 1, 1992. Изначально для игры не задумывался такой персонаж, как Сони Блейд. Седьмым персонажем должен был стать некий полицейский по фамилии Страйкер, не тот, что будет в третьей части. Но создатели решили, что мужскую компанию следует разбавить хотя бы одним женским персонажем. Так и появилась лейтенант спецназа по имени Соня. Как известно, внешний вид и все движения персонажам подарили реальные актеры. Как правило, о самой первой Соне мало кто вспоминает, но мы все же вспомним. В первой части игры Соню Блейд сыграла актриса, танцовщица и инструктор по аэробике Элизабет Малецки. Больше особой информации о ней нет. Во второй части Сони Блейд уже не было, так как она вместе с Кано была в плену. Ее можно увидеть лишь на последней арене в кандалах на заднем фоне. Mortal Kombat 3, 1995. В третьей части Соню Блейд сыграла уже другая актриса, Кэрри Хоскинс. На тот момент Кэрри была моделью для мужских журналов. Помимо этого, она на весьма профессиональном уровне владела корейскими боевыми искусствами, тансудо, и сам автор игры Джон Тобиса отмечал, что она действительно может очень хорошо врезать. В 1997 году она решила уйти из модельного бизнеса и полностью посвятить себя семейной жизни. В настоящий момент проявляет себя как художник и фотограф. На сегодняшний момент актрисе 52 года, но для своего возраста она выглядит просто великолепно. Трудно поверить, что она родила 4 детей. Кстати, не так давно она даже снялась в фотосессии в образе Сони Блейд времен третьей части игры. Вышло здорово. Помимо третьей части игры, Кэрри озвучивала Соню в играх Mortal Kombat 4, 1997 и Mortal Kombat Gold 1999. Кроме того, она стала моделью для захвата движения в игре Mortal Kombat Special Forces. Смертельная битва 1995. В 1995 году вышла первая экранизация игры Mortal Kombat, причем весьма успешная, хоть и не совсем соответствовала канону. В данной экранизации Соню сыграла довольно известная актриса Бриджит Уилсон. Свою кинокарьеру актриса завершила в 2008 году, причем по тем же причинам, что и Кэрри Хоскинс, то есть, чтобы уделять время семье и детям. Но помимо этого, Бриджит все-таки еще раз появилась во вселенной Mortal Kombat. Именно она озвучила Соню Блейд в игре Mortal Kombat 11 2019, которая на данный момент является последней в серии. Фильм «Смертельная битва 2» 1997. Как и многие другие актеры, Бриджит Уилсон отказалась сниматься в продолжении фильма «Смертельная битва». И, кстати, правильно сделала. Фильм оказался унылым и дешевым, несмотря на то, что его бюджет был на 10 миллионов долларов больше, чем у первой части. В данном фильме Соню Блейд сыграла актриса и модель Сандра Хёс. Несмотря на свою немаленькую фильмографию, особую популярность она не обрела, и работа в фильме «Смертельная битва 2» оказалась самой известной в ее карьере. На данный момент актрисе 43 года. В кино она не снимается уже более 10 лет. Фильм Mortal Kombat 2021. В 2021 году вышла новая экранизация игры Mortal Kombat, которая не является продолжением предыдущих частей, а представляет из себя совершенно новый проект. В данном фильме Соню Блейд сыграла австралийская 35-летняя актриса Джессика Макнеми. Многие зрители должны помнить актрису по фильмам «Битва полов», «Мэг», «Монстр глубины» и сериалу «Сирены». На данный момент актрисе 36 лет. В 2019 году она вышла замуж за своего соотечественника. Детей у пары нет. Если вам понравилась статья, то не забудьте поддержать нас лайком и подпиской, чтобы не пропустить выходы новых роликов и статей. Спасибо за просмотр.